Чё, зачем ты так делаешь? Ну смотри, я тебе тачку учить. Забей панели. Ага. Ты чё, зачем ассистент? Я чё не помню, что ты делаешь? Я ничего, это Яндекс. Я ничего. Панели. Так, сейчас, подожди, надо сообразить. Панели. ПВХ. Купить в сами. Нет, нет, для ванной смотри. Сейчас. Ну вот, давай, у меня что-то другое немножко было. Хорошо, давай это... Так, на кнопки не нажимай. Не нажимаю. Вот, ну давай посмотрим в стройформат, как ты говоришь. Подожди, я не вижу, где это стройформат. Последняя строчка. ПВХ. Да. Стройформат. Хорошо. Да, давай, посмотрим, хорошо. Что там. Но я знаю, что там дороже. Нет, если ты знаешь, что там дороже, нахрена мы будем смотреть? Самара, да. Угу. Цветовые, белые. Какие тебе нужны панели, скажи мне? Вагонка. Вот смотри, пластиковые панели для стен. Нажимай. Угу, ясно. По категории. Значит, по цене. Сначала дешевые. Тебе же дешевые нужны? Ну, давай дешевые. Я забыла, как, который мне понравился, как она называется. Ну, уже все, уже забыла, значит, не будешь покупать. Сайли, вот, со скидкой. Значит, панель ПВХ листовая, кронопласт. Нет, нет, мне не листовой, мне надо панельками так, нет. Листовая, нет? Нет, нет, это значит, конечно, не надо самый дешевый, понятно, это не тот размер. Это кусочки, а нам надо такие полосочки, это не то. Значит, самые дорогие? Нет, найди это по цене, что самое, знаешь, какой найди, это... Название панели можно узнать? Нет, нельзя. Почему? Хорошо. За 272 рубля. Пусть покажет, какие есть панели за 272 рубля. Ты что, нет таких панелей? Есть за 85? Нет. Это вот такие вот эти. А нам надо вот такие вот. Эти я не понимаю, что. Вот этот кусок вот продают за 85. Ну, вот 85. Он не подходит. Нам нужны вот такие, как вот на это, полоски. Вот такие. Вот за 850. Полоски. Плитки там. Не надо панели вставай. А тут больше других-то нет. Вот по популярности, по производству. Хорошо, по популярности. То же самое, листовая. Вот уже пошли. Вот ПВХ матовая. Да. 115 рублей. Так, давай дальше. 735 рублей. Ну это не дорого. 149 рублей. Подожди, ну-ка, за 140 камень бежевый. Да. Камень бежевый, ладно, давай. Чё, подойдёт? Ну давай, ещё листа, я хочу одну панельку найти, которая... Ну, спокойно. Красиво море. Ну хорошо, 1168 рублей за одну панель. Там не за одну панель, там как-то это море. 2700 миллиметров. Ламинированный, сеньорофон, репс бежевый, дома море, век. Европа. Давай уже, ты уже давай, определилась. Давай дальше. Нет, подожди. Матовый палевый бамбук, век. Так, аванда, плей, дальше. 115. Матовая панель. А что такое матовая? Ну все, что, есть еще. Ну а вот можно забить за 272 рубля. Ну нет, за 272 рубля. Есть за 149, нету. Хоть отсюда, ладно, нахер. Всё. Посмотрели, все. Нет, стройформат не подходит. Ну, других нет. Тише, тише, тише. Пластиковый. На улице Береговой есть какая-то фирма. Там вообще, говорят, по 45 рублей. Да. А вот смотри, вот интернет-магазин. Ну-ка, давай. Интернет. Ну, что ты злишься? Ну... Я не злюсь, я просто устал от компьютера. Я бы сейчас отдыхал. А ты мне говоришь, что надо тебе смотреть. Да, 35 рублей Сатурн. Есть. Где покажу? Сатурн. Я не знаю, где этот магазин. А где это? Это же не панель, это уголок. Ну да, стеновые из ПВХ. А надо панель.
Надо панель, так иди на Гагарина. Спасибо. Панель. Не панель, все носит. Древосно-плитосные материалы. Плинтус. Вот они. Из МДФ. Вот панели. Вот. Вот почему? Из МДФ. Вот это МДФ. Сейчас посмотрим. 160 рублей. Есть за 1203. Нет, вот та, которая была. Мне вот это, вот это 160. Да, это 160. Нет, да. Была бежевая, другая. Да. Ну, сейчас посмотришь. Вот смотри, сейчас вот. Вот, вот это, вот это. Вот, вот 36, это. Да, 36. Вот это. Ну, я это говорю. А там она по-другому. Это же не она. Ну, той нет. Той нет. Это просто на фотку поставили. А, подожди, а это... Подожди, назад листай, может быть, как-то записать артикль и позвонить в этот магазин. Да, позвонить можно. 8-746-269-66-89. Говори еще. Это не надо. Возьми свою ручку. Лучше карандаш возьми. Возьми карандаш. Я не могу вставать. Давай не так карандаш. Ну-ка еще нагни, значит. Так, если... Давай, вот ручка, Катя. Ну давай, пишу. Давай. 8. Ну куда ты? Ну что ж жопишься? Ну что ж жопишься? Я тебе так всегда бумагу даю. Что ты жопишься? Ты не жопишь, вот так пиши. Ну пиши, ну. 8. А 846 это код, что ли? Да. Ну это не самарский же код. Ну Самара, ну конечно. Ну ладно, тогда не надо 8 писать. 86. 846-269-65-89. 69-65-86. Ну, и вот ту вот назад верни, я запишу артикль. В смысле артикль? Ну, вот видишь, у них артикль есть. Какую тебе? Вот назад, вот, которая та бежевая была. Вот видишь, ну, вот... тут нету артикля. Вот, ну, что ты там? Вот, смотри. Вот тут вот. Ну и как здесь вот запишешь? 36. Ну и что 36? Вот это номер ее. А. Стеновой. А может количество просто? Нет. МДФ 36. Ну хорошо, записала все, да? Все. Давай, все, выйдем отсюда. Все. Сейчас последнее еще попрошу и все. Ну хорошо. Последнее. Ну. Листай. Ну. Листай. Ну, тихо-тихо, так ты не больно быстро листаешь. Ну да, уже определяйся. А может, ты пойдешь в словец смотреть, а я полистаю. А вот этого я не буду хорошо, точно. Ладно, не ори. Мне нужно, смотри, панели. Ну давай, говори. Панели на улице Береговой 3. Забери. Нету. А зачем панели-то стер? Чук-чук. На Бе улице. Лице. Улье. Слушай, я тебя не спрашивал, как... На как... улье. Так. Вот она, Береговая 3. Ну хорошо, вот она, Береговая 3. Вот последний раз зайдем. Да, все последний раз. Сейчас тут проблем. Строй опт сервис. Угу. Список. Вот, давай их посмотрим. Тихо. Ну, давай я полистаю сама. Нет, да? Надо ты сама листать. Как в телефоне моем лазить, это пожалуйста. Правильно. Все тихо. Нет. Листай тихонечко. Тихонечко листай. Мрамор. Цветная. Ну, за 140 все. Ну все за 140. Но я пролистал. Но нет, ну, за. Нет, все поняла. Вот и пусть за 140. Подожди, давай вот посмотрим, какой-нибудь выберем. Вот этот под... Ну что тебе нравится? Вот, например, давай вот это вот под дуб. Вот это. Нет, вот, вот. Вот нет. Это. Да. Дуб светлый. Хорошо. Есть наличие. Так. Давай еще тихонько. А это длина у него какая? Сейчас. 270. Да. 270. Хорошо, давай дальше.
Ты же сказал, что последний раз. Нет, ну мы вот все, не выходя отсюда, вот здесь будем искать, вот здесь будем подбирать. Ну хватит, тут много вариантов, а. Давай еще один. Ну давай чуть-чуть листай, потому что еще пока мне ничего не понравилось. Хотя... Ну то тебе дуб понравился, вот его и бери. Тихо, тихо, дальше, еще. Ой, ну-ка вот это, вот это, вот это. Вот, вот это? Да, как это называется? Панель ПВХ 317, цветная, 2,7 метра. Да это все понятно. Ну что, все. Давай еще, еще полистаем. Вот, да вот, все. Вот в этом не выйдем отсюда, вот только просто полистаем. Ну что тут листать, что тут листать? Ну, ну я, ты можешь так определиться? Я вообще... Да, я могу определиться, ты выбрала дуб, вот он дуб, все. Листай вот сейчас с левой, с правой стороны будет, листай, листай, скажу. Вот, вот это открой, вот это. Что это за серые тона? Что это за серые тона? Что это за верь? Что это за верь? Не, не умеешь ты ни хрена. Давай дальше. Листаем дальше. Ищем. Не нравится? Нет, нет, нет. Мне за 2000 устроит, давай, но просто таких денег же у тебя нет. Дальше нет, нет, конечно нет. Вот, давай вот это вот мне нравится. Вот какая? Это. Ну вот это. Да мне это же старушка. Отлично, все, вот, все, вот, все, вот, вот это. Это старушечья, это уже столетняя. Желтый, ну, мозаик поносного цвета. Нет, вот здесь вот сейчас будет еще вот было. Давай, ну-ка. А все уже? Нет, 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 подожди, подожди, подожди. Вот, вот, вот кирпичики какие-то, вот, 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 давай, вот это кирпичики. Кирпичики. Есть наличие. А что, она белая или какого цвета? Ассорти. Ассорти 2016 года. Эх ты, старье какое. Ну, кирпичики тебе хочется. Нет, я просто смотрю дальше. Еще давай разок листанем. Давай, ты много... Нет, я уже мне все, 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 все. Давай уже, уже все, все. Ну, что ты вредишь? Все, ну потому что у меня сейчас передок подгорит нахрен. Давай, компьютер сегодня целый день. Он в 14 начал трудиться, блядь. Сейчас, сейчас... Все, давай мне выходи, и мне телефон этой, скажи этой фирмы. Я тут несколько телефонов. Хорошо, записываю. 8-846. 955-05-00. Так, 27-67. Торг-сервис. 19-09. Сотос, Сотос. Тосатос, Тосатапс. О, какая строй. Опт. Да. Да Сотос пиши. Пиши Сотос. И все. Все, пипец. Строй опт. Торчик. Торчик. Сервис. С 8. До 8. С 8 до 18. Ах. Ах. Мартова. Интересно, чем-то они отличаются. А вот это там и выяснишь. Все? Да. Ну, наконец-то. Ну, с тобой чего каш не сваришь? Надо путем выбирать. Ты все, ладно, ложись.